В Люберцах прошло пленарное заседание Общественной палаты городского округа. В нем приняли участие депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. На встрече обсудили промежуточные результаты ежегодной премии губернаторам и рядом, а также вопросы, связанные с реконструкцией Октябрьского проспекта. Обо всем подробнее у Луизы Егиазарян. В этом году городской округ Люберцы – лидер по количеству поданных заявок на соискание премии губернатора Подмосковья «Мы рядом». Жители муниципалитета подготовили 1244 проекта. По результатам народного голосования номинантами стали 226 человек. Имена победителей станут известны к концу этого месяца. В этом году у нас призовой фонд составил 80 миллионов рублей, он чуть снижен, но тем не менее у нас 500 лауреатов. То есть лауреаты, соответственно, это победители. У премии есть несколько новшеств. В этом году она носит название «Мы рядом ради перемен». Изменение лозунга повлияло и на название категорий. На заседании Общественной палаты как раз рассмотрели вопрос, связанный с главной переменой в округе – реконструкцией Октябрьского проспекта. Представители рабочей группы отчитались в проделанной работе с февраля 2020 года. Нам удалось продвинуть вопрос по мониторингу домов. В составе проектной документации было указано, что будет мониторинг домов на предмет их деформации. Эта работа была запланирована на 2022 год. Вот. Мы добились того, что эта работа уже производится сейчас. К оценке состояния жилых домов на Октябрьском проспекте, которые входят в зону строительных работ, проектировщики приступили 2 августа. По вопросу реконструкции главной магистрали Люберец общественники организуют совещание с представителями администрации, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.